Произнося вслух дорогое мне имя. Твой сын. Икар! О, нет! Сокровища исчезли в Тартаре! Но мы же не отступим, да, Фосфор? Сокровищница Дедала. Так, если мы нажмем. Нам нужно на эту забрать. Надо что-то придумать. То лучи его сейчас разобьют. Здесь 4 луча. В принципе, уже представляет смысла. Нету. Ну, поставлю я сюда, допустим. Толку-то никакого. Перекрыть. Либо. Да нет. Способность на нее взять. Можно было бы нашу способность взять. Вот эту вот. Копия фосфора. Но здесь получается, наверное, то же самое будет разбиваться. Потому что она каменная. Неинтересно. Если я этот ставлю, то он... Лучи идут. А, вот они как. То есть, если мы нажали сюда, то этот не работает вообще. Все просто активны. Видишь ли, он ждет удара плетью за то, что тебя подвел. Кто бы мог подумать? Что? Нет! Нельзя никого бить!
любить за совершенные ошибки. Живи, учись и становись лучше. Но я оплошал! Ну, бывает. Я все равно тебя люблю, Фосфор. Если мы нажимаем на первую, у нас открывается дальняя. Если мы нажмем на эту, у нас пропадает она. То есть, в принципе, мы сейчас можем поставить сюда ящик этот. Этот забрать. Здесь то же самое. Если мы сейчас нажмем на тот, а ну сюда вот так хочешь спрятать за этот ящик. Да. Спасибо за помощь. Это честь сражаться бок о бок с тобой. Это ловушка! Бежим! Мой огненный птенец, что ты наделал? У нас был план. Я ударил тебя молнией, чтоб ты воспользовался их добротой, их слабостью, и привел ко мне крылатого вора. Но ты помогаешь? С меня хватит. Пропадите же пропадом, вы оба! Вообще-то сперва Фосфик нас чуть не погубил. И все же он сумел поступить правильно. Не-а. Сбежав, ты отказался от сокровищ. Так что все мое. Ваши представления о чести устарели. Ну и скука, я ухожу. Вот фосфор. Возьми зерно. Ты вернул свой долг. Можешь лететь. Ты хочешь остаться со мной? Заранее.
заранее прошу прощения за непрошенное сочувствие, опеку, неряшливость и привычку много и долго рассказывать. Нет уж, сказанного не воротишь. Ты со мной. Плачный долг. Завершено. Получено фосфор горящий уголек. Получено крылья Икара. Так, ну вот эти неплохие. В принципе, первые нормальные, вторые, ничего так, третьи, четвертые. Вот эти мне не очень понравились. Как-то вот эти веточки не очень. Может, без них, без веточек было бы еще более-менее. Это слишком механические. Пока оставим эти. Мне больше всего нравится. Сокровище Дедала, подсказка 2. Так, это она сама читала. Фосфор, горящий уголек. 150% к урону от атаки фосфора. Так, а у нас стоит. Взрывается, наносит 384 урона. Так, ну возможно. Посмотрим. Может быть, это будет лучше. Так, внешний вид. Это точно нет. Можно, в принципе, и такое оставить. Так, а здесь у нас персонализация стоит. Забросить R. Так, сбросили. Рептилия. Полыхающий неплохой. Так, возьмем, значит, этого горящего. Такой будет. Так, теперь нам надо опять сюда бежать. Ладно, долетим. Точки мысли сына делать. От грибов толку мало. Попробуем в принципе забраться.
По ноге точно сможем. Цепи неизвестно. По цепи не сможем. А по ноге. Феникс забралась на ноги бога войны. Ими он растирал врагов в порошок. Прости мою непочтительность, Арес. Могучие формы статуи отражали невероятную силу мускулистого Ареса. Не чета мне в былые годы. Осматриваясь со статуи бога войны, Феникс узрело великолепное создание. То явно был непростой зверь. А, вот и мой сын. Пусть он не слишком умен, но задаст Феникс трепку. Попомни мои слова. Власть войны. Не всем удается выжить на враждебных просторах логова войны. Что же могло ждать там внизу, если не голодная пасть зверя? Кстати, насчет голода. Нам не пора подзакусить. Встретитесь с величественным созданием. Да, надо сначала дальнее зрение использовать. Кто-нибудь потыкать. Наверное, хватит. Где-то еще было. Одна. Хватит. Так, амбрузия должна быть наверняка на статуе где-нибудь. Поверженный гигант. Найдено.
выше. Я его не вижу.